Всем привет, с вами снова Nimzork 2, и мы с вами продолжаем проходить Dead Space. Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь. Продержится она. Конечно, она. Это я тут сколько продержусь, интересно. Она там сидит в комнате, отдыхает. Так, кажется, это самая моя нелюбимая глава. Потому что она огромная, и потому что меня все время убивали на астероиде. Сейчас посмотрим, как все будет. Так, что у меня с патронами? А, я вспомнил, да. С патронами у меня после Левиафана не очень. Так, во, потихоньку хоть подбирать начинаем. А, хотели от меня нот спрятать. Не выйдет. Мой нот. Больше ничего нет, да? Что это такое? Вау! Слушайте, это настоящий секрет. Я такого никогда раньше не видел, никогда в жизни не подбирал. Я абсолютно случайно туда сейчас просто посмотрел. Это же надо. Прикольно. Ой, стопудово сейчас что-нибудь вылезет. Странно, почему никого нет? Раз никого нет, можно собирать патроны. Так, жизни, жизни. Быстро жизни. Плохо, что вот эти вот промежуточные приходится тратить. Больше нодов из-за этого надо. Но зато еще один, и у нас будет максимальное ХП. Можно будет улучшать резаки. Маленький и большой. Я думаю, кстати, лучше большой, потому что я им стопудово буду пользоваться на боссах. То есть больше всего мне нужен именно большой резак. Ну или можете на маленький перейду. Сейчас я не знаю. Короче, как получится. Как захочет моя левая пятка, так и будет. Я тут что-то бегаю, собираю, тут какие-то тревожные звуки повсюду. Может, я что-то не так делаю? Так, ничего новенького нету. Да, кстати, как-то подозрительно. Седьмая глава, а костюм только третьего уровня у меня есть. Это как-то странно. Так, полупроводник продать. Больше... Ну, стазисную батарею нафиг, она мне нужна, две штуки. Да, теперь можно, в принципе, скупаться. Так... Я не знаю, что, давайте обычный, да, обычный купим по максимуму. Так вот. Ну и все, пошли веселиться. Что это такое? Банки. Шаг в пустоту. Здрасте. Платформа почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. Так, теперь его не воскресят, наверное. Так, куда мне надо? Так, на палубу С я почему-то не могу. Могу в переработку, могу в техслужбу. Мне явно вниз. Давайте по порядку. Сначала переработка. Да!
Так, спокойно. Сгори, дядя. Ой-ой-ой. Блин, такое ощущение, будто им делать нечего. Фух. Блин, чуть не убили в лифте, а? Как так можно? Мне хоть сюда? Да, сюда, ура. Так, что у меня там с аптечками? Так, ясно, не очень хорошо. Куда мы попали-то хоть? Пять трупов лежат. Слишком много трупов. Говорит Темпл, я нашел Элизабет. Но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк. Один точно где-то здесь. Темпл до суда добрался. Это же надо. Ой, сколько там трупов. Это очень-очень нехорошо. Ой. Так, проблемка. Не понял. Чё вы не идёте-то? Главное, чтобы из него всякая пакость не полезла. Не лезет? Пока вроде нет, это ж надо. Странно, я думал, она по дефолту должна вылезать, типа у него из пуза. Ладно, мне... Ой, блин. Отойди, пожалуйста, от меня. Блин, сколько их уже? Я все взял. Реально прям пачками уже прут. Так, мне туда, а что у нас там? Ой, сколько народа. Как будет плохо, если сюда заберется скат. О, не зря я сюда пошел. Присел дядя отдохнуть. Сохранок много как-то. Обычно так не делают. Отсек переработки кого? Смертельно опасно, вау, минералов, супер. Ну офигеть. Это кто там так орёт? Ползающие, да? Ой. Так, проблема в отсеке... В отсеке переработки, журнал рудной платформы, Г-Круз. Ситуация здесь серьезно ухудшилась. Сбой системы гравитации привел к тому, что один из астероидов, который мы подтягивали,
вырвался из силового луча и столкнулся со стеной. Два человека погибло, астероид разлетелся на мелкие куски, которые сейчас летают по всему отсеку. Пока мы не уберем эти осколки, гравитацию включить не удастся. А значит, нам не добраться до главного ключа. Нам бы не помешала тут помощь техников. О, это же Изик. Сейчас мы все организуем. Ну, возьми, чуть не берешь. Новый предмет? Какой новый предмет? А почему он мигает, но... Странно, я не замечал раньше этой надписи снизу. Видите, под таким кружочком мигает новый предмет. Так, большая аптечка, стазисная батарея. Ну, мне вроде все надо. Давайте тогда просто опять патроны закупим и все. На самом деле, мне как-то жмотно все время на патроны тратится. Я аж так раньше не делал. На харде-то не играл особо вроде. Я не помню. Ого, астероид прилетел. Прикольно, вода летит. А что у нас тут? О, сколько там всего, надо туда попасть как-то. Только как? Надо как-то обойти. Запомни, что там заначка лежит. Невесомость. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Отлично. Аномалия уничтожена. Где, кто? А. Нет, отойди от меня, отойди, блин. Ой-ой-ой. Места мало. Так, спокойно, спокойно. Блин, меня обычные мобы начинают уже добивать. Офигеть. Фух. Да, Изик, тебя чуть не убили обычные некроморфы. Стареешь. Так, где тут еще аномалии? Я надеюсь, они не будут вылазить после каждого астероида. Блин. Ой, замечательно. Они будут лазить после каждого астероида. Интересно, откуда я это знал? Да ну офигеть просто. Тихо, сейчас я тебе хвана отрубаю все. Стой. Так, где еще астероиды? С той стороны, наверное, да? Да, вон. Блин, далеко. Аномалия уничтожена. Давай побринкам последнюю, пока никто не вылез. Тени закрепленные аномалии уничтожены. Гравитация может быть восстановлена. Отлично. Куда прыгать-то? Блин. Сюда мне, да? Доступ в комнату контроля разрешен. Отлично.
Ну, конечно. Как же без этого? Ой, фу! Нет, 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 нет. Только нет. Ой-ой-ой-ой. Да ёпрсте! Вы что, смеетесь? Блин, короче, ну вас всех нафиг, а. Воу. Изик, держись, держись, мы уже... Ой-ой-ой, нет, мы не убегаем, нас сейчас убьют. А, мне сюда. Давай, Изик, давай, давай, бежим. Бежим с тобой, бежим. Это ключ, Айзик. Он позволит тебе попасть в контрольный центр, откуда ты сможешь запустить астероид. Да, не забудь сначала закрепить полуновья. Тут у меня еще один отчет о безумии среди колонистов. Похоже, все началось после города обелиска с планеты. Нет, нет, Изик, валим, валим. Блин. Офигеть. Обычные некроморфы убили, а? Ну как так можно? Где меня загрузит, интересно? Оу, какое замечательное место. Тут нигде нет аптечки. Пожалуйста, одну аптечку. Пока никто не лечит, конечно, но... Блин, блин. Все очень плохо. Изик, не умирай, держись. Не зря я себе ХП увеличивал, а? Блин, что делать? Тут больше нигде ничего не лежит. Выйти за дверь я не могу, потому что меня убьют. Тут ничего не лежит? Нет. Ну, идем дальше, что? Пока живы, идем дальше. Только бы никто не выпрыгнул. Охренеть. Что происходит? Включите свет, пожалуйста. Тихо, 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 тихо. Валим, Изик, валим. Скорей, скорей, скорей. Пожалуйста, не забывайте своевременно перерабатывать отходы. Спасибо. Нет! Ниже. А, проблема в том, что я сейчас абсолютно уверен, что на меня свалится еще. И будет очень весело, когда я буду отбиваться от них с таким количеством ХП. Тихо, 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 тихо. Пожалуйста, не надо на меня падать. Не надо, не надо. Пожалуйста. Пожалуйста. Фух, охренеть, никто не упал. Это же надо... Это как-то странно. Так, а тут все уже поросло. Это нехорошо. Аптечка. Аптечка. Есть. Нет! Нет! Ой-ой. Ой-ой. Все, я труп. Я труп. Слезь с меня, сволочь. Как бы пытаться помешать им, я думаю, уже поздно. Надо каким-то образом всех убить аккуратно.
Тихо. Ой-ой-ой. Возьми что-нибудь другое, пожалуйста. Нет. Охренеть! Вот это веселуха. Хорошо, что они не умеют. Фу, что это? Быстро ползать. Вау! Замечательно. Просто супер. Кстати, раньше я такой штуки не видел. Прикольно. Я что-то совсем о ней не помню. Зато наверняка ей можно в них стрелять. Надо просто научиться. Блин. Не смей. Ой, все плохо. Вау. Фух. Все совсем плохо. Надо придумать, что делать. Хотя, кажется, я знаю, что делать. Сейчас. Стой, скотина, стой. Блин, что это было? Что взорвалось? Я что, близко подошел к той штуке? Странно. Ну, я думаю, вы поняли суть. Надо попытаться их заморозить и всадить как можно больше в них всего подряд. Раз у меня есть стазис, то почему бы, собственно, и не заморозить их? Да подожди, пожалуйста. Блин. Ой-ой. Тихо. На самом деле вот это хорошо, потому что я сразу убью одну штуку. Так. Отлично. Сразу убью одну штуку. Супер. Я же нажимал Е в достаточном количестве. Это ненормально. Блин. Что мне делать? Что за фигня? Начинаются проблемы. Так, надо что-то придумать. Вот, блин, зря я вперед пошел. Из-за этого они согрелись. Ну, в смысле, скрипты заработали. Стой, пожалуйста. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо, стой, нет. Валим. Ой-ой-ой. У меня, блин, опять все пусто. Вы смеетесь. Как мне его теперь убить? Так, стой. Нет. Так. Я нажал на С, на заморозку, но, видимо, мне не хватило для использования стазиса. Немножко энергии. Фух. Замечательно. Нет, ну... А, опять согрелся. Это что ж такое? Ух ты! Эта штука их сразу убила. Блин, это хорошо. Где второй? Стой!
Да ну ладно. Блин, все время забываю, что у меня жизни вообще никак, типа, нет. На один удар даже. Фух. Вот это я попал. Как же я дальше проходить-то буду, интересно. Так, никто там не согрелся пока что. Стой. Стой. Отлично. Да не это. Блин. Нет. Нет. Ну, ну, блин. Он снял у меня жизни быстрее, чем я жал. Ой, фух. Черт, да что ж такое? Надо придумать что-то. Я не знаю, что. Очень неудобно то, что они почему-то стали теперь отдельно висеть. В прошлый раз, когда я подходил, они были вдвоем. Возможно, я бы смог их сразу взорвать двоих этой штукой, если бы они вместе стояли. Но они же не стоят вместе. Давайте я перезаряжу сначала все сразу. Давайте пойдемте с этой стороны. Блин, да вы смеетесь! А! Это уже раздражает. Черт. Как так-то можно? Взял, встал прямо на эту хрень. Стой. И ты стой. Да не это. Нет. Блин, Изик, ты наркоман? А, наркоман. О, ну хоть одну убьем. Давай, издавай. Лупи ее, сволочь. Лупи. О, давай, 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 давай. Есть, есть, все, супер. Теперь можно выиграть. Я... Что за фигня только что была? Вы это видели? Это было странно. Я ее порвал, но почему-то умер просто стоя. Кажется, уже какие-то баги пошли. Фух. Блин, что делать, а? Нет, куда? Куда ты полетела? Стой. Ой-ой, ой-ой. Блин, почему она еще жива? И у меня опять нет патронов. Так, ладно, немножко есть. Ой-ой. Беги, Изик, беги. Беги. Скорее, скорее, скорее. Давай, давай. Да ну офигеть. Блин, я его не убью. Если мне сейчас не хватит вот этих вот 6 патрон, я труп.
Вы это видели. Вы все видели. Я не буду больше ничего объяснять. Вы видели всю ситуацию. Это просто охренеть. И что мне теперь делать? Интересно. Я же не смогу пройти дальше, меня убьют. Замечательно. Сохранка, сохранка. Ой, это просто ужасно. О, какой ужас. Блин. Да. Ой, не сюда, сюда, пожалуйста. Ой, знаете что, мне надо от этого отдохнуть. Поэтому я закончу эту серию, наверное. Я надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Ним42. И до встречи в следующих сериях. Пока-пока.